Абьюрта! Нужно что-то новое перед походом к разрывам мира? Имей в виду, я все это не одобряю. Не пропадай! Зади!
отлично! Ugh!
Ивальди обожал вращающиеся клинки. А как по мне, так это жестоко. Держись подальше от Драугров! Вам что, нравится в мастерской Ивальди? Я смотрю, вы долго в ней торчали. И что было потом? М? Когда Ивальди создал чудеса. А, ну да. Одину не нравилось, что гномы создают устройство великой силы, поэтому он решил вмешаться. Ивальди пришел в ярость и отомстил. Ситуация обострилась, и вот что вышло. Проклятый туман. Поэтому с богами лучше не связываться. Не думал, что увижу тебя здесь. Ведь вы с Броком помирились. Все в порядке? Да, все прекрасно. Знаешь, за эти годы разлуки мы оба повзрослели. Так почему ты здесь? Решил подышать свежим воздухом. Я люблю брата, но он воняет, словно куча навоза. А, говорят, вы с Броком как бы знамениты. Ну, отчасти ты прав. А что говорят? О, да, точно. Мьёльнир нас прославил. Славное было время. И боги, и короли знали наши клинки. Сюда. Иду. Отец, я готов! Пульс пустом!
серьезно. Будь осторожен с этими разрывами. Набери добра побольше, и тогда мы что-нибудь сделаем. Thank you.
Жуть какая. В разрывах мира Ивальди якобы спрятал какую-то страшную тайну. Но кто знает, гномы такие странные и... Да, я помню, что я тоже гном.
Счастливого пути. Ну, что вас привело, друзья? От меня можно не убегать. Я могу сделать что угодно. Совсем ничего? Ладно.